Всем привет! С вами Финаргот. Только закончились квалификации на бостонский главный турнир, а уже назревают скандалы и интриги. Сразу после завершения первыми отреагировали Na'Vi, которые, заняв последнее место вместе с Escape Gaming и Fantastic Five, отказались от участия в Dream League, финал которой состоится в ноябре. Представители организации принесли извинения, поблагодарили ADFNM за то, что заняли их слот, и сообщили, что в ближайшее время разъяснят ситуацию вокруг состава. После, буквально недавно, Хвост на своем стриме сказал, что у Na'Vi будут серьезные изменения в составе, а также в сеть был выложен скриншот, на котором отображена история последних игр Dendy, где чуть ли не везде один только Магнус. Азиатские коллективы не заставили себя долго ждать, а в частности юго-восточно-азиатский коллектив Fnatic, на который большие надежды возлагали не только фанаты, но и сами Valve, запустившие недавно сериал под названием True Sight, в котором рассказывается судьба коллективов Fnatic и Evil Geniuses перед стартом бостонского турнира. Только вот Fnatic уже не поедут на турнир, они не смогли пройти квалификации, провалившись в первом же этапе плей-оффа и проиграв в первом раунде нижней сетки команде Vega Unity. Казалось бы, состав весьма сильный, Муша и Агая остались, к ним присоединился Демон, показавший фурор на The International 2016 во главе команды TNC Gaming, но, видимо, яхты и празднества не пошли на пользу, ибо коллектив буквально недавно заявил о том, что отказывается от своего слота в пятом сезоне Dota Pit из-за изменений в составе команды. Скорее всего, мы сможем ощутить всю драму и накал внутри коллектива уже 30 ноября, когда выйдет второй эпизод True Sight. А пока будем лишь ждать перестановок. А как вы думаете, кто куда переместится и кто будет играть в новых составах обеих команд? Пишите об этом в комментариях к данному ролику, ставьте лайки и подписывайтесь. А также не забывайте, что в сообществе D2 Majors идет освещение всех крупных турниров по Доте без лишней информации. Только анонсы, новости и решафлы, никаких мемов. Всем спасибо за внимание и хорошей вам игры!